благодаря этому все, что произошло, наша священная война с теми, кто обижает русский народ, с теми, кто его пытается унизить, превратилась просто на сегодняшний день. Российская армия отступает на запорожском, херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. То руководство Минобороны, оно тщательно обманывает президента. И президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Формируются две повестки. Одна на земле, другая на столе у президента. И поэтому мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных леопардов, про 3000 уничтоженных солдат противника. Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам.